Всем привет и здравствуйте. И сейчас я хочу взять для всех, кто зашел ко мне на огонек, те карты, которые вам расскажут о том, что для вас самое главное на сегодняшний день. Такая рубрика в предсказаниях обычно называется «Карта дня». Вы узнаете, где о вас идет речь, обязательно. Каждый человек каждую карту понимает по-своему. Это очень хорошая карта, которая называется «Девятка Пентаклей», видите? На этой карте вы человек, у которого все хорошо. И вы без оглядки на тех людей, которые, может, вас не верят, или, может быть, думают, что что-то с вами не так, что вы уже, может, в возрасте, и зачем вам эта карьера, зачем вам эти деньги. Не слушайте этих людей, потому что вы можете то, чего не могут другие. А это означает, что вы уникальны, как любой человек на этой земле. И вы найдете, как проявляться в этом мире уникально. Как уникально проявляться в профессии, даже пусть вам будет уже в пенсионный возраст, вы найдете себя в каком-то деле, что даст вашей жизни meaning, то есть значимость, значение. И это то, что нужно другим людям. Поэтому вы хорошо можете заработать, честно заработать, дать людям то, что им нужно, то, что они ищут, и получить за это честную плату. Я здесь смотрю, что независимо от вашего возраста или профессии, у вас будут деньги, вы не будете бедны. Не бойтесь бедности. Не слушайте тех, которые хотят вам навязать их мнение о внешнем мире. Во внешнем мире всегда есть возможности. И у вас будет много возможностей. Всем людям доброй воли, честным людям, всегда есть что предложить миру, чтобы заработать честным путем. Здесь шестерка чаш говорит тоже о вас. Может быть, эта карта говорит о человеке, который вам дорог и которому дороги вы. Этот человек может быть в вашем окружении или может вот-вот появиться в вашей жизни, будет вас любить, будет о вас заботиться, может, это партнер, друг, может быть, муж. Кто-то, кто вас любит, или может, это ваши дети взрослые, которые вам помогут в чем-то, или же вы им поможете. В общем, здесь взаимовыручка и взаимопомощь. И я знаю, что многие из вас, наверное, нужно было это услышать. Сейчас подумайте, если у вас есть желание о своей жизни, где вам нужна помощь, взаимовыручка, где вам нужна поддержка. И вы должны знать по этой карте, что вы обязательно эту поддержку получите. И у вас все будет хорошо. У вас все будет хорошо в семейной жизни, и у вас все будет хорошо в финансах. Вот такой замечательный расклад для вас на сегодня. О чем вам нужно знать еще прямо сейчас? Эта карта говорит о терпении. Иногда так бывает, когда мы делаем какой-то проект, рабочий, профессиональный, по бизнесу, или ищем себе партнера, или ищем себе какое-то лучшее место под солнцем, может быть, переезжаем, продаем дом, квартиру и еще как-то. Мы хотели бы, чтобы все было скорее, чтобы решились какие-то, может быть, визовые дела, паспортные, или бумаги на куплю-продажу, дарственные, чтобы все шло скорее. Но эта карта говорит всему свое время. Это карта терпения и один шаг за шагом. И только так можно пройти дорогу длиною в длинную и счастливую жизнь. Когда мы концентрируемся на том, что перед нами, этот человек – это может быть ваша фигура. И этот куст – это тот горящий куст Моисея, где Моисей был такой нетерпеливый. Он сказал: «Покажи мне всего себя, Творец». Творец скажет: «Ты не можешь это выдержать. Я тебе не могу показать все сразу». И так бывает, что в жизни мы торопимся. Эта карта напоминает вам и мне, и всем нам, что не нужно, не следует торопиться. Потому что когда мы торопимся, мы теряем этот момент. Мы теряем здесь и сейчас. Мы теряем self-awareness. Self-awareness – это ощущение себя в моменте. И когда у нас нет ощущения себя в моменте, мы в этот момент не живем. Мы вообще тогда не живем. Мы просто теряем время зря. Поэтому по этой карте, да, нужно иметь план на долгие годы, нужно иметь план и держаться его, и верить, и надеяться. Но мы не забываем, что только один шаг, только один из этих фруктов, можно сказать, из этих даров природы, жизни –
может теперь выкатиться вам под ноги, может созреть, и воспользуйтесь этим даром сегодняшнего момента. И этот дар сегодняшнего момента будет одним из этих шагов, из которых состоит счастливая жизнь и много других счастливых моментов. То есть эта карта говорит: живи здесь и сейчас. Когда, например, обедаешь, завтракаешь, не торопись, чувствуй наслаждение от еды. Когда разговариваешь с другом, как я теперь говорю с вами, чувствуй это наслаждение от беседы, не торопись. Чувствуй наслаждение от того, что ты делаешь. Делаешь какую-то работу, идешь на прогулку. Чувствуй наслаждение, не забывай об этом. Карта просто напоминает. Шестерка жезлов говорит о победе. И если вы сейчас имеете перед собой какую-то задачу, эта задача для вас сложная, вы не знаете, как ее решить, и у вас есть какие-то препятствия, может быть, то знайте. Эта карта открывает перспективу на победу, на то, что вы добьетесь того для себя персонально, чего вы хотите, что вы задумали. И сейчас есть высшая сила, сейчас есть группа поддержки, поддерживающая среда. Сейчас есть люди, которые с вами заодно, люди, которые вам помогут, поддержат делом, добрым словом, мотивацией. И вы обязательно добьетесь того, к чему стремитесь. Потому что вы стремитесь к чему-то хорошему, доброму для себя и для других. Может, это ваша семья, ваше окружение, коллектив на работе. Может быть, вы студент, и вы добиваетесь каких-то дипломов. То есть здесь вы добиваетесь успеха. Это жизненный успех, который вам готовит судьба. Не сомневайтесь. Имейте высокую мотивацию и делайте, что можете сегодня. И не думайте о том, что сегодня не смогли сделать, потому что все сразу нельзя сделать. И так, шаг за шагом, постепенно, вы придете к цели. И самое важное, что на этой карте, это путешествие. Видите, лошадь, путешествие. Что на этом пути к вашей цели вы будете счастливы. Каждый шаг, каждый день, каждое мгновение. Поэтому победа, она будет сладкой. Потому что вы делали все, что могли, вы были упорны, и вы жили в моменте. В общем, это то счастье, которое хотелось бы нам всем так жить. Поэтому карты, они дают там много, напоминают о том, что, может быть, мы и знаем и так, но не в этом дело. Знать и делать правильно – две большие разницы. Карты мотивируют, напоминают, что самое важное, и помогают, и показывают будущее. Если вы меня еще не знаете первый раз, то я рада нашему знакомству. Делитесь моим видео с друзьями, чтобы эти видео я делала еще больше. И будем видеться. Будьте счастливы, надейтесь на лучшее и каждый день делайте, что можете. Пока и до встречи.